Привет, меня зовут Норд, ты на канале Rocket Play. Сегодня мы с тобой продолжаем добивать компанию Дикий Запад, из которой у нас осталось не очень много. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, соответственно. И тут 12, 23. 23 осталось, после сегодняшнего останется 15. Мы 8 добьем вот этих вот. Непонятный был звук. А, Дикий Запад против племени, да? То есть теперь мы за Дикий Запад играем. Я не помню, насколько сильно они перезаряжаются, но давай попробуем вот этих вот ребят. Этими просто будем отвлекать. Да, их собирают в кучи. А, перезарядка быстрая, хорош. Перезарядка быстрая, все, вопросов нет. Чего? Говорит, в табло. Стреляй, дурачок. Нет, перезарядка медленная, не спасло. Чего, говорит, не знаю. А, и закрытыми мы можем по... Узник, слушай, давай узника поставим. Посмотрим, кто это, что это, зачем это вообще. Ух, закрытых много-то оказывается. Почему-то ни крикун недоступен, которого я открыл, никто. То есть доступны только те, которые в этой компании были открыты. Не, узники просто кидаются, наносят большой урон, но погибают довольно быстро. Нет, не погибают, я думал, он погиб. Он живой где-то там. То есть у них довольно много хп. Нет. Казалось, что больше. Да, они встали! Ничего себе. По ним столько много прилетало. Так. Дуэлянт. Ах ты, 50 не хватит. Ладно, дуэлянт. Раз, два, типа, аунтбоу. Раз, два, вот эти ребята мощные. И тайдиду. То есть, да, он довольно быстро стреляет, дуэлянт. Да хорош, ты посмотри, что он творит просто. Ну и все, тут пока начал стрелять, дуэлянт справился. Понимаешь, да? Справились, ковбои справились. Все, ковбои справились. Опачки. Опачки! А это кто? Почему я не видел таких? Ни хрена себе. Да прекращай тусить. Джимбо, давай спокойно. Блин, ну это, наверное, очень быстро юниты, да? А ты думал? И прям вплотную ставим. Ах ты ж, они еще и сзади. Так, хорошо. Практически все. Yes. Все выжили. Ну, сейчас, да, сейчас. Ой, как жестко было. Ой, как было жестко. Нет, нормально. Они расстреляли мамонта. Они даже с мамонтом справились, они красавцы. А, так их отнесло, они выжили? Я думал, все им. Нет, смотри-ка, он их не растоптал. Так, две с тобой мы прошли, да? Не забывай мне напоминать, сколько осталось. Ну, не очень много вариантов здесь, на самом деле. Чоу-пау-пау, действительно. Ариду. Хорош, он погиб, но он снял их. Ой, близко. Но он выжил, ты посмотри. Не, все, он не выживет сейчас, да. Это слишком близко. Это слишком близко, слишком близко, близко, слишком. Пау-пау. Воу-дау-дау-дау. Вот так вот надо делать, и тогда выживают все. Теперь они стреляют вдвоем, теперь шансов гораздо больше. Сейчас это будет страховать. Хорош, красавчик. Попади ты по нему, Кассандя тупорылая. Ты ж такой дохрена снайпер, попасть не можешь. Все, убили, молодцы. Ну, сейчас этот сверху накроет просто, да, все. Как чётенько. Хедшот с небес. Понимаешь, да? А этих снова туса. Нормально. Так, третье, да? Упачки, пачки по... О. Кто бухой? Ты там давай осторожней, слышь, бухой. Говорит, бухой. Чипоу, говорит, не чипоу, нормально все.
Раз, два. Нет, даже вот здесь два. Прикинь. Пусть достает. Как раз из ограды кинет. Хорош. Все, расстрелял. Молодец. Вороны. Вороны. А, они не погибают сразу? Ну и все, и последнее осталось. Блин, вороны. Вороны не контрятся. Серьезно? Можно этих 10 поставить? Ай, действительно. Можно этих 10 поставить? Давай одну сюда спрячем. Сюда куда-нибудь пусть идет. Ну и все. Большинство выжило. Так, для ворон больше целей. А-а-а, не тут-то было. Так, хорошо, эти ребята справились. Давайте, ребятки, стреляйте, пожалуйста. Хорош. Минус. Чоу Пау, успеешь? Успел, красавчик. Четвертое. Тут в принципе нет никого сильного. Тут без вариантов просто. Просто без вариантов. Они прям вперед кидаются, как викинги. Тогда да. Тогда нужно по-другому действовать. А, так мне ровно хватает. Нет. Да в смысле, ставь по одной. Вот так. Ну, я надеялся, что хотя бы один рыцарь кинется. Но, ладно. Одного сняли, на этом хорошо. Так, минус. И все, они не успевают. Надо дальше ставить. С этой перезарядкой. Их надо дальше ставить. Так, минус рыцарь. А минус два рыцаря, замечательно. Успейте только, чуваки. Я прошу. Да, и все. Просто одного оттащил, потому что они, дурачки, не отходят. Так, это... Не. Раз, два, три, четыре, пять. И спрячем. Так. Лошади по... Yes, лошади, все. Остался вот этот вот. Горняки будут отвлекать, эти будут расстреливать. Что, тех-то, в принципе, все. Хатка сделана. Они с одного выстрела не помирают, а типа 1200, поэтому, тем более, они мансят. С вообще никаких проблем просто. Этот почему-то не попал, дурачок. Ну ладно, не суть. Чуваки толпой запинали, красавцы. Такой, я иду, ты чё? А это вообще все здорово. Он на глаза шляпу носил, он такой, смотри, какой крутой. Я, говорит, вообще дикий просто. Хорош. Вот это сложно, это туса. Ой, блин, бычок. Бычок кто-то кинул, не потушил. Чё, ничего, иди. Чё, говорит? Хорош. Не, не вариант. Не так уж они и убивают. Бык. Бык, конечно, переигрывает.
Бык переигрывает. Но, с другой стороны, в бой бежит только бык, поэтому просто сделаем вот так вот. А, кстати. Наверное, можно, да. Вот так, наверное, можно сделать. Больше динамитчиков, чтобы они пробили просто защиту. Вот, БК расстреливают вот эти ребятки, которые сверху бьют. Эти же ребятки, собственно, расстреливают тех, кто со щитами. Ну, Она взяла по-своему бомбанула. Ну, нормальная, нет. Так, там практически все. Тут сейчас он, главное, зарядиться ему успеть. Нет, он не успел зарядиться. Он не успел зарядиться. Во-во-во, действительно. Ну, такое, блин. Ну, такое, кто беспокоит. Ну, застой. Неудобно башню объезжать. Гораздо быстрее быка запинают. В таком количестве. Все! Он просто вылетел. Ну все, понимаешь. Тут копьем застрял, он дурачок. Без проблем, в принципе. С этими ребятами, которые достают сверху, вообще проблем не может быть. Мастер лассо? Не. Не, чипы-пы уставим, да и все. 9 штук. Смотри, раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. Два, говорю, три. Три. И раз, два, наверное. Три, наверное. Задалеко. То есть, в принципе, большинство померло сразу. Главное теперь, чтобы до Зевса они... Зевс слишком быстро их расшвыривает. Ёлки, Зевс слишком быстро расшвыривает. То же самое надо, только ребят этих гораздо дальше надо ставить. Чё пау-пау-пау? Не пау-пау-пау, стой там. Вот, чтобы они дальше отходили, чтобы они успели перезарядиться. Потому что эти... Как он по ним поливает, ты посмотри. Не один, один дожил. Не должен. Блин. Ну, тогда не вариант. Тогда не вариант. Тогда придется ставить этих более дорогих. И вместо одного ставить чепоху вот эту вот. Просто чтобы, ну, они мансят, во-первых. Так они быстрее стреляют. Видишь, они мансят от Зевса. Так они не помирают с первого выстрела. Но беда в том, что эти не успели. Эти-то не успели. Вот. Вот что мне нужно. Но мало, мало, мало двух не хватает, чтобы расстрелять сразу, чтобы переключиться на Зевса. Сейчас они пока будут перезаряжаться, их убьют, да. Но этот встал, он живучий. Но не помогло. Не помогло, потому что надо одного убирать. Раз, два, три. Блин. Не хватает как раз. Как раз не хватает. Вот, почти все померли. Вот так надо. Нет, змеи забодали, представляешь? Змеи забодали. Вообще не вариант.
Стреляйте по Зевсу, стреляйте! Хорош, они отвлекли его, он меньше бьет. Когда они... Все, сработало, это победное. Змеи, конечно, чепоху, то еще. Как они сказали. Ну добейте этих двоих уже. Хорош. Все. Так, это у нас с тобой была последняя, или это уже... Или еще, неправильно сказал. Да, это у нас с тобой была последняя, останется 8, останется 7. Все, давай на этом сегодня с тобой закончим. Спасибо большое, что смотрел или смотрела. Подпишись, поставь лайк, напиши какой-нибудь комментарий, обязательно нажимай на колокольчик. Возле лайка, дизлайка, стрелочка поделиться, поделись с друзьями, если тебе не сложно. Также не забывай писать комментарии. В описании ты найдешь ссылки на плейлисты с другими играми. Также там есть другие соцсети, есть группа ВКонтакте и есть группа в Телеграм, в которой есть контент, которого нет на канале. Подпишись, чтобы не пропускать. Спасибо тебе еще раз, всего хорошего, пока.